Пацаны, затон иди. А что это? Это Тамил, да? Татьяна, это же фильм «Слово пацана», то есть меня. Ты должен говорить себя очень адекватно и очень пацански. О, типа вот так вот. Да, колосо. Я буду адекватным пацаном. Да. Смотри и учись мыкать. Колосо. Чушпаны! Чушпаны! А также появился новый персонаж, которого зовут Абобус. Я Абобус. Я супер-пупер Абобус. Дорло болит. Ну что, Тотик? Что? Давай мы с тобой будем что-то делать. Дробить банки. Или мы, Тотик, ты самый непушистый. Ну, пусто, почему я не пушистый? Почему? Ты что ж забыл? Надо творить по-пацански. Ой, извини. Да, я хотел сказать, в смысле я не пушистый? Посмотрите, какой я пушистый. Вы тоже посмотрите, какой я пушистый. Ну ладно, давайте пойдем разлетать чушпанов. Эй, чё вытащились? Ты что, бессмертный, что ли? Разъезд, чушпаны! Куда вот он пошел? Смотри, что это там? Кто это? Кажется, это мелкий. А ну-то пойдем. Да, пойдем. И? Эй, ты, Татьяна, делал что-то? Я? Что? Я ничего не делал. Ой, извините, надо было... Извините, ну кто такие? Я вас не знаю. Идите нафиг. Да, ты его сказал. А ты, кстати, при делах. При делах. Не надо! Дядя, не надо! Не надо, дядя! Да!
я думаю, что они сбежали, поэтому можно. Тотит, что с тобой? Что с тобой, Тотит? Ответь мне. Ответь мне. Тотит. Сделал с моим котенком. Это ты сделал? Что я сделал? Ты убил моего котенка. Нет, это не мы. Точно. Зато ты лох, ты убежал. Ха-ха-ха. Это вы, я знаю. Если вы сказали, значит это вы. Ну все, вам хана. Да, мы справились. Тотит, я тебя вылечу, смотри. Кто там? Доставь пиццы. Это же мой любимый мем. Татьяна, ты проснулся? Да, просто я вспомнила, это мой любимый мем. И... Подожди, Тосто, место убили, да? Я жив. Вот такой вот фильм получился. Ставьте лайки обязательно. Я старался. Я видео сняла, но включила. Ты что делаешь? Я ничего не делаю.